Уважаемые братья, Аллах Субхану Та'Аля великий. Ничто с ним не сравнится. Аллах Субхану Та'Аля ганиюн анил арш ва ман яхмилуна. Ганиюн анил малаикати ва ман юсаббихуна. Ганиюн анил инси ва ман яабудуна. Ганиюн анил джинни ва ман ярджуна. Всевышний Аллах Субхану Та'Аля не нуждается ни в чем. Не нуждается в своем троне и в тех, кто его понесут. Не нуждается в ангелах и в этих ангелах, которые его восхваляют. Не нуждается в своих рабах, в людях, которые поклоняются ему. Не нуждается в джиннах. Ни в ком Аллах Субхану ва Тааля не нуждается. Ганиюн ан кулли шей. Ла танвуллахи ла танфа'у та'ату та'и ва ла ма'сиату л'аси. Ему ничем не поможет поклонение поклоняющего. И не навредит ему грехи грешников Субхану ва Тааля. Хуа хайю ллази ла илаха илляху. Он вечно живой. Нету ничто подобное ему, нету иного Господа, достойного поклонения, кроме него. Каждому, о каждом можно сказать, фит-та'риф, когда даешь определение, сабакат, по отношению его жизни, сабакат хаятуху адам, валяльхакуха заваль. То есть начало его жизни было небытие, Аллах нас сотворил из небытия, и закончится эта жизнь, то есть конец наступит, кроме Аллаха Субхану ва Та'аля. Не было у него ни бытия, не закончится его жизнь, Субханаху ва Та'аля. Хай ля ямут, он живой, никогда не умрет, Субханаху ва Та'аля. Куллю ман алейха фан, ва ябка ваджху раббика зуль джалали валь икрам. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит, все, что есть, все умрут, все уничтожится, все закончится, останется только лика Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля. Также Аллах в Коране сказал, ва ля тадиу ма Аллахи илахан ахар. Куллю шейин халикун илля ваджха, лаху л-хукму ва илейхи турджаун. Не взывайте с Аллахом, Субхану ва Та'аля, помимо Аллаха, ни у кого не просите дуа, никому не поклоняйтесь. Все, что есть, все станет уничтоженным. Халик уничтожится, илля ваджха, кроме лика Аллаха, Субхану ва Та'аля.